поручение президента Российской Федерации, мы реализуем программу «Безбарьерная среда», где, конечно, нам надо сделать все возможное, чтобы со временем, в соответствии с графиком, который разработало правительство Владимирской области, мы привели социальные объекты в соответствии с требованиями для доступа инвалидов ко всем услугам, которые предоставляют наши государственные, муниципальные, бюджетные учреждения. Поэтому такая программа работает, может быть, не на все пока хватает средств, но очень надеюсь на то, что мы эту программу реализуем. Это первое. Второе. Все здания и сооружения, проектируемые, строимые или капитально ремонтируемые, они все будут соответствовать требованиям по доступу инвалидов, потому что инвалиды – это члены общества, которые обязаны везде иметь прямой доступ ко всем услугам, которые предоставляются на любом уровне. Третье, это, конечно, сейчас мы рассматриваем вопрос, и я дал рекомендацию главам местного самоуправления при закупке автобусов, троллейбусов, Череповце, трамвая, все-таки рассматривать предложения поставщиков, которые представляют низкопольные автобусы, транспортные средства, для того, чтобы не только социальное такси, но и общественный транспорт был приспособлен для того, чтобы инвалиды могли пользоваться.